А чего это я? Прости, я немного рассеян. Ах да, Ди. Джон Ди был ученым, алхимиком, натурофилософом. И все на службе у Елизаветы Первой. Его и в шпионаже обвиняли. И Ди пытался предупредить нас о заразе. О, прости, надо бежать.
Привет. О, у тебя книга Геснера. Надеюсь, это не отняло много сил. Дай-ка. Подожди, еще кое-что. Вот та штуковина очень напоминает машинки ребят из Омеги. Просканируй-ка больного парня. Но проведи полное сканирование. Нужно выделить зараженную железу. Штука все-таки человеческое тело. Человек умер, а тело еще борется с заразой. Ну разве не чудо? Так и знал. Сначала придется прикончить беднягу. Потом возьми шприц и наполни его антителами из железы. Вакцина. Весьма опасный яд. Хватит всего на одну инъекцию, но потом можно будет найти нового донора. А взамен я прошу добыть вторую книгу. Studium Contagione. Изучение инфекции. Написанную самим Ди. Это большая редкость. Но я знаю, что у Рона Фридмана на Бриклейн есть копия. Рон — это один из воронов.